Почему евреи так не хотят слышать о своем предназначении? Оно обязывает в первую очередь. Несмотря на то, что нас бьют все тысячелетия, так? Ну, со времен второго храма, в общем-то, можно сказать. Или близкое к этому время. То есть уже 2000 лет назад началось это все с того, как мы начали падать в пучину эгоизма с нашего бывшего духовного уровня. С тех пор все народы мира ощущают, во-первых, свою полнейшую зависимость от нас, подсознательно ощущают, даже те народы, которые совершенно не были с нами ни в каком контакте никак и никогда, и там нет евреев, и мы среди них не жили, все равно они ощущают, что мы виноваты. Это находится в системе внутри мира, мы взаимосвязаны все вместе, желаем мы этого или нет, на неживом, на растительном, на животном и на человеческом уровне. И вот эта вот наша внутренняя взаимосвязь между нами, она определяет отношение мира к нам. Потому что мир может получить энергию объединения, высший свет, добрую силу только через нас.